Доброго времени суток, YouTube, уважаемые жители Новоуральска, тоже доброе времени суток. Существует у нас в городе такая, да и не только у нас в городе, во всех городах, наверное, Российской Федерации существует такая служба, как соцопека. Служба призвана заниматься поддержкой малоимущих слоев населения, инвалидов, стариков. Ну, в общем, людей социально ослабленных, так скажем. В Новоуральске она тоже существует достаточно долгое время. Замечательная служба, оказывает много помощи, полезные дела какие-то делает, привозит лекарства, хлеб, еду какую-то старикам, больным, малоимущим. В общем, помогает, людям конкретно помогает. Но, тем не менее, соцопеки Новоуральска есть и такие функции, такая помощь, как покупка алкоголя старикам. Реально, соцопека в Новоуральске, соцработники таскают пакетами алкогольные напитки, водку, там еще что-то, неважно. Таскают малоподвижным гражданам, старикам, которым невозможно дойти до магазина. Они заказывают хлебушка, дают там 100 рублей, 150. Значит, что-нибудь еще заказывают. И обязательно чекушечку или бутылочку. Наши соцработники этим не брезгуют. Они берут за это денежку. Ну и, соответственно, тоже себе, наверное, что-то оставляют. Это реальность наших дней. Замечательная служба. Но водочку старичкам поставляют. Или неходящим людям, которым хочется. Тут никто не виноват. Никого я не обвиняю. Но речь идет о том, что соцопека — это еще та соцопека. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!